Каждый вторник и пятницу смотрите новости на канале 16.12. Единственный канал Казахстана без цензуры Назарбаева. В следующем выпуске мы говорим о таком. Каким было шествие 9 мая для казахстанцев? Стал ли марш Бессмертного полка триумфом демократического движения? Активисты ДВК рассказали о героях современности, политических заключенных и жертвах репрессий. Как на это отреагировала власть, смотрите в новом выпуске 16.12.